Следующий. Теперь поговорим о том, что кто хочет пассивный доход. Я мечтаю. Мечтаю о том, чтобы пассивный доход – это то, на что ты вообще не тратишь времени своего, да, который приходит и приходит, и причем он растет. Так вот, пассивный доход – это ваш лидерский бонус и структурный бонус. Он выплачивается по линейному маркетинговому плану или классическому маркетинг-плану. Что такое линейка или маркетинг или классика? Это когда первый уровень – это те люди, которых вы лично пригласили. Второй уровень – это люди, которых пригласил ваш первый уровень. Людей на втором уровне вы раньше никогда не знали. Вы будете с ними здесь знакомитесь. И смотрите, вот как пример из бэк-офиса я вам сделала, как увеличиваются цифры. Если на первом уровне, например, 21 человек, на втором будет 120 человек, на третьем – 333. То есть вы видите, как грандиозно увеличивается количество человек. Четвертый уровень. Пятый уровень. Зелененьким пишется, сколько человек в этот месяц зарегистрировали. Конечно, 571 человек пригласили 21 человек, а 1399 – 71 человек. Понимаете? Внизу указывается товарооборот, который будет вам важен посчитать. Это у нас структура, сводная информация в нашем кабинете. Структуру находите в верхнем меню, нажимаете «Сводная информация». Здесь идут товарообороты. И вот еще такой нюанс, который я хочу вам сказать. Минус того, когда вы опускаете товарооборот. Например, вы зарегистрировали ребенка, который не собирается работать, и начинаете с его аккаунта работать и регистрировать ему свои первые линии. В этом случае ваш шестой уровень становится седьмым, и вы не получаете колоссальный бонус со временем, который ушел за седьмой период, за седьмой уровень. Вместо шестого уровня стал седьмым, потому что вы делаете вот такую вещь, не развив, не заработав хорошие деньги с верхнего аккаунта. Не делайте такой ошибки, не опускайте товарооборот вниз, потому что ваша команда будет это дублицировать, и вы будете терять очень большие деньги.